Сегодня у нас 1 июня 2023 год. Время без 5:04. Вот тут мы маленький участок посадили. Вот. И сегодня мы садим другой. Вчера вот брат Николай Георгиевич вот эту вот часть всю скосил бензокосилкой, весь сорняк там. Основной это хрен был, чтобы мотоблоку легче было пахать, резервовать землю. Вот, а я вчера пропахал вот это участка. Вот тут видно. Вот. Сколько успел по времени. И вот сегодня мы садим. Мотоблоком я делаю такие борозды. Специально купил для этого кучник. Вот он. Как выглядит. С помощью его делаю. Потом зарываю также. Сейчас вот брат Николай у нас разбрасывает опилки. Говорят, помогает от проволочника. Это я посмотрел на канале «Деревенское хозяйство Устиновых». У Алексея Устинова, что он об этом кто-то ему посоветовал. Вот он так делает тоже. Вот решили проэкспериментировать тоже. То, что проволочник продырявливает картошку. Вот. Тоже неприятно вытаскивать вот этих червяков. Потом картошка гниет. Решили обезопаситься. Конечно, по времени это затратно, но зато, надеюсь, практично будет. Сегодня у нас жаркая погода, хорошая такая. Ни один пот сойдет. До обеда мы на Саманово работали. Кто-то косил, кто-то грядки поливал. Здесь вот поставили ведра, а на той стороне тачку поставили. Чтобы можно было там нагребать тоже, если закончится ведро там. Ну, Николай Георгиевич, есть какие мысли? Ой. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Аминь. Слава Христу. С утра встаем. 4:40, 5 часов молитва. Молитва. Полчаса, минут 35. Просим Господи о милости, благодарим, славим Его за президентов, за всех, за правителей, за тех, кто просит, просит молиться, за тех, кто помогает. Вот есть спонсор, который помогает, уже 15 лет помогает. Представляете, человек, который... веры такой не имеет. Относится желательно, откликается. Говорит, список составляйте. Пишет список и помогает. Все безвозмездно. Молимся всегда о нем. Елена звать ее. Да, да воздаст ей Господь. Да, воздаст Господь ей. Милостями. Да. Вот. Ну что еще сказать? Ну, погода стоит хорошая, дождей давно нет. Конечно, дождичка неплохо было бы. Ну, так, как есть, такие условия. Зато садим все. Ну, да, дождичка. Садим. Да. Вот сейчас половину мы здесь... Вчера много пришлось потрудиться. Ну, да. Очень много пришлось. Даже пришлось баньку топить. Да, и баню. Кому-то отмываться там. О, отмываться, достираться еще. Ну так вот, в процессе мы делаем с братом. Ну давай я там проеду сейчас. Да, вот сейчас. Покажу пример. Сейчас я надену свою пилотку военную. А почему именно ценишь эту пилотку? Почему не просто кепка? Как у меня, например.
просто кепка. Ты какие-то вопросы острые задаешь, что я сразу ответить не могу. Ну почему? Почему я? Какие-то плюсы говорил. Говорил мне. Ценю. Ну, во-первых, она закрывает у меня полностью голову, закрывает. Вот. Ну и материал здесь натуральный хлопок. Здесь военные еще пилотки солдатские. Вот. Не немецкие, наши, российские. Одевается. А я скажу, какой плюс еще. Особенно утром и вечерами бывает много насекомых. Мошка, да. Комары. Они это поедают все, твои ушки. И они закрывают. То есть в этом плюс, да. Ну, согласен. Немножко, да. Ну, зато твои уши ветерком обдувает. Очищает. Тоже кладу ее в карманчик. Угу. Все, брат, с Богом. Да, с Богом. Лишь бы завелась еще. Лишь бы завелась техника. Только камера так. О, завелась. Вот грядочки делает, брат. Вот они. Понравилось, то что окучивать потом приходится. Сорняки только убираешь, а сорняки это ополоть, в это окучивать уже не надо. У тебя картошка уже на месте сидится. Как бы плюс в этом. Ну вот. Так конечно, вот. Мы еще потом процесс покажем, как мы здесь перегной будем набрасывать. Сейчас пока только опилки делаем. Да. А перегной у нас вон целая куча лежат. Привезли две машины нам. И Рёма вроде бы барабаш привозил. Она уже перегнившая много лет. То есть это перегной, то есть не навоз. Вот так вот. Все. И трудимся. Да, слава Богу за все. Слава Богу за все. Аллилуйя. Аллилуйя. Все. Все, слава Христу.